Новгород, город Санкт-Петербург, который в эти дни приветствует участников фестиваля ледоколов. Уважаемые почетные гости, мы приглашаем вас на дальнейший осмотр наших замечательных кораблей, на экскурсию, которая продолжается. Ну а наших уважаемых гостей вновь приветствует один из самых ярких, самых звучных, самых... Я не знаю, какие эпитеты еще можно подобрать к этому коллективу. Вы все увидите и услышите сами. Оркестр морского корпуса Петра Великого, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Вольский. Встречаем! Аплодисменты оркестру морского корпуса имени Петра Великого под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Вольского.